Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии днем местами небольшие осадки в виде дождя, в горах со снегом. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днем 1-6 тепла. В горах ночью до 10 мороза, днем от -4 до +1. В Черкесске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается до -2 градусов, днем 4-6 градусов тепла. Сегодня, в день Святого Валентина, Черкесский театр имени Мухарбека Акова проводит мастер-класс, посвященный Дню всех влюбленных, под названием «Стань актером за один час». Кто станет его участником и где пройдет мероприятие, в эти минуты в нашей студии моей соведущей Бели Джазаевой расскажет директор театра Дина Акова. Доброе утро всем! Доброе утро, Дина! Доброе утро, Илона! Дина, для начала вот наш разговор я хочу начать с комплимента тебе. Вот знаешь, я работаю часто с представителями театров. Что касается Черкесского театра, вашего театра, вот с твоим приходом там много чего изменилось. Я не хочу умалять заслуг предыдущих директоров, но ты знаешь, театр ожил, все двигается, все взаимосвязано, проходят мастер-классы, проходят фестивали, гранты, новые спектакли. С чем я тебя поздравляю. Спасибо большое. Очень приятно, что вы это замечаете. Спасибо. Наверное, это все-таки символично, что театр назван именем твоего отца, и ты, конечно, приложишь все свои усилия для того, чтобы этот театр процветал. Да. Вот сегодня, в День всех влюбленных, вы проводите мастер-класс. Об этом мы с тобой чуть попозже поговорим. Я бы хотела для начала, чтобы ты представила свою подругу, коллегу, с кем ты сегодня к нам пришла. Я с удовольствием представлю. Это сотрудник нашего театра. Мы работаем бок о бок. С момента моего прихода в театр мы пришли вместе. Поэтому вся наша деятельность, в принципе, ей знакома. И Илона Гербекова. Илона Гербекова. Все наши мероприятия обсуждаются, согласовываются, выносятся сначала как мозговой штурм, а потом уже реализовываются. Вот как раз-таки вместе с ней в том числе. Совместными усилиями. Да, поэтому... Илоночка, хочу обратиться к тебе. Я знаю, что вы очень большую работу проводите с молодежью. Вот как привлекаете молодежь? Какие основные задачи перед собой ставите? На самом деле, в этом году в рамках Года театра работа с молодежью – это одно из основных направлений нашего театра. Угу. Мы понимаем, что реализация каждого из грантов с четким направлением на молодого зрителя, на зрителя +3 – это как раз-таки та ниша, которая сегодня актуальна, которая сегодня нужна. Угу. Театр активно сотрудничает с колледжами, с высшими образовательными учреждениями республики. Дин, ну сегодня в День всех влюбленных, в День Святого Валентина вы проводите мероприятие. Это мастер-класс. Кто его проводит и кто его участники? Это называется мастер-класс, но тире хэппининг. Что такое хэппининг? Может быть, чуть-чуть неизвестное слово для наших обывателей, но очень интересная акция. Акция театральная. Впервые, кстати, хэппининг начали проводить скульпторы и художники. Суть заключается в том, что здесь ломается стереотип между сценой и зрителем. Поэтому хэппининг можно проводить на таких площадках, как галереи, вокзалы, любые площадки. Угу. В данном случае спасибо большое киносети «Чарли», которые пошли нам навстречу и совершенно на бесплатной основе выделили нам площадку для того, чтобы мы смогли там провести этот мастер-класс. Ну что ж, девочки, я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо большое. Мы, в свою очередь, приглашаем всех зрителей сегодня в 15:00, 4-й этаж, кинотеатр «Чарли». Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11:25 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До завтра. В честь Дня всех влюбленных Вятские меха дарят дополнительные 10% к зимней распродаже. Только с 14 по 17 февраля 40% на все. ТЦ «Панорама», первый этаж. Все для сада и огорода. В торговом центре «Держава» большой выбор комнатных растений. Грунты, удобрения, инструменты, садовая мебель. Черкесск, переулок Пролетарский, 1. В этот Новый год каждый россиянин получит 20 подарков. С января 2019 года по всей России
20 бесплатных каналов в цифровом вещании. У всех людей разные телевизоры. Дециметровая антенна и цифровая приставка помогут даже старому телевизору перейти на цифровое эфирное телевидение. Каждому телевизору страны по 20 цифровых телеканалов бесплатно. Подробности на сайте rtrs.rf.